Дорогие друзья, хочу вам рассказать про визу от 600-й туристической до 449-й и 786-й. Мы сейчас находимся на визе 449-й. Ее дали очень быстро. Как только дали эту визу, мы получили email с номером «Проходить медосмотр». Записаться надо в специальную клинику, где на каждого человека есть этот код. Когда вы запишетесь туда, это не в этот же день, не эту же неделю вы сможете сходить. У нас получилось, что мы ждем целый месяц, даже больше немного, потому что мест нету. Не только украинцы сюда попадают, но и другие люди со всех стран и проходят медосмотр, поэтому времени занимает это много. Я не знаю, сколько это будет ждать, сколько надо будет ждать эту, когда вы пройдете медосмотр, сколько надо будет ждать результата. По поводу, какие возможности имеются на 449 визе. На 449 визе вы можете изучать английский язык. Это TEF. Вы можете изучать английский язык. Это полгода, может кто-то больше, год. Но вы можете это изучать. Вы можете получать бенефиты. На одного человека получается на взрослого $1100 в месяц, на ребенка где-то $900 приблизительно. По 449 визе вы не можете покидать пределы Австралии, не сможете выехать, и по 786 также вы не сможете покинуть Австралию. Можете покинуть, но вы сюда уже не вернетесь по этой визе. А второе, вы здесь, самое важное, вы можете работать и уже получать зарплату, с которой вы сможете жить и планировать свое будущее. Поэтому мы ждем, когда пройдем медосмотр и получим свою 786-ю визу, которая на 3 года и позволит нам получить Medicare, потому что на 449 визе мы не получаем Medicare. А это здесь очень важно, потому что здесь очень дорого медицина. Если мы раз сходили к доктору на 15 минут, заплатили $120, что он посмотрел нашего ребенка. Поэтому Medicare — это очень важно в Австралии, и медицина. Поэтому, дорогие друзья, вот так хотел вам немножко рассказать про это. Планируйте, смотрите, будьте внимательны. Удачи вам!